Здравствуйте, друзья! Приехал сегодня на свою домашнюю речку. Не был где-то здесь дней 7. Не знаю, что изменилось. Будем смотреть, проверять активность хищника. Я думаю, мы споймаем. Мы уже эту речку знаем очень хорошо. Будем пробовать. Есть, есть, друзья, щучечка. В прямом эфире клюнула. Я как чувствовал, что здесь будет поклевочка. Ох, как сопротивляется, классно. Опа, опа, поднимаем малышку. Вот такая, друзья, щучечка. На нашу любимую оснастку джиг-риг 3 грамма и твистер 3-дюймовый. Как по мне, очень хорошая комбинация получается. Будем выпускать рыбку. Вот такая щучка. Не очень крупная, но приятная рыба. Для небольшой речки неплохой размерчик, я вам скажу. Уплыла, уплыла. Есть еще одна поклевка. Сменил я приманку. И вот, вот клюнула еще одна щучка. Чуть больше, наверное, чем предыдущая. Ох, дает жару. Сейчас будем ее затаскивать на берег. Ого, не подниму палкой. Уже спиннингом не подниму. Вот, друзья, на перчик. Клюнула на приманку перчик. Это первая щука, которую я на перчик споймал. Только вчера мне подарили две пачки этих силиконовых приманок. Думаю, сегодня буду ловить и на них. Ну вот, первая уже есть. Все, освободил я рыбку. Будем ее выпускать. Давай, подрастай. В общем, друзья, как только я приехал на рыбалку, буквально пару забросов сделал и поймал первую щуку на твистер. Потом где-то полчаса я ходил, не было поклевок. Думаю, буду менять приманку. Вот поставил такую приманку от перчика. И где-то через 3-4 заброса я первую щучку споймал. Если еще одну сегодня на эту приманочку споймаю, то в конце видео скажу вам название. Как она называется, какой размер, какой цвет. В общем, смотрите дальше. Есть, друзья, сразу на втором забросе, сразу на ту же приманку, еще одна поклевка. Перчик работает, смотрите. Прикольно. С того же места еще одна щучка. Еще одна щучка. Мне уже нравится эта фирма.
Вот, друзья, с травой я ее достал, но вторая щучка уже есть на перчик. Сейчас буду снимать траву, сфотографирую и будем выпускать рыбку. Все, вот такая небольшая щучка возвращается в родную стихию. Спасибо ей за поклевочку. Ушла красавица. Ну что, будем продолжать рыбалку, пока перчик радует. О, села, друзья, уже щучка такая. Намного поприятнее, чем предыдущие. Ох, стартует как. Как стартует. Дадим ей немножко устать, потому что снасти у нас легкие, шнур тонкий. Форсировать вываживание крупных рыб не очень хорошо. Ох, и дает жару. Ну, классный размерчик для небольшой речки. Щука очень хорошая. Устала уже? Или еще нет? Как неудобно ее брать, конечно, здесь. Очень неудобно берег с обрывом. Очень неудобно. А ну сейчас мы перейдем сейчас. Вот так. Сейчас будем брать ее. Опа, 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 опа. Ой. Есть, друзья. Щука на береге выплюнула приманку. Это тот же перчик. Смотрите, какая щука. Вот такая, друзья, уже. Уже вот такая классная щука. Сейчас я сфотографирую ее. Самая крупная на этой рыбалке щука. На ту же приманку. Такая вот она. Длинная, худенькая. Весом, я думаю, где-то килограмм, килограмм 100. Сейчас снимаю приманочку. И будем продолжать рыбалку. Сидит щучка на новую приманку. Сейчас, если вытащу, то покажу вам, какая буйная рыбка. Неплохая тоже такая по размеру рыбка. Ну, будешь еще стартовать или уже все, принимать тебя? Все, устала. Чуть-чуть подраспустил фрикцион. Сейчас будем принимать. Такую спиннингом щучку уже не поднять. До последнего сопротивляется щучечка. Но сейчас мы будем ее уже, наверное, не дается. До последнего борется рыбка. Очень приятно. Такие эмоции дарит.
Смотрите, друзья, какая красавица. Вот такая, друзья, щучка. Сейчас сделаю фотографию и будем выпускать. Все, друзья, фото я сделал. Вот такая щучка. Думаю, грамм 800 в ней есть. Будем сейчас ее выпускать. Спасибо ей за эмоции. Подарила она нам адреналина, хорошо. Все, ушла на волю. Спасибо тебе, рыбка. В общем, друзья, закончил я уже рыбалку. Хочу подвести небольшой итог. Одна щучка была поймана на флагман 3-дюймовый. Это все я использовал на 3 граммах джигрик. Где-то штучек 4 я споймал на вибер. Перчик. И на вормтейл я еще одну щучку споймал. Еще было много ударов. Было 2 срезанных пятки на виброхвосте. Такая рыбалка вышла очень неплохая. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь на все ответить.